Спонсор выпуска – игровой канал Пинквиса. Он делает монтажи по различным играм, а скоро у него появится прохождение. Поддержим начинающего блогера. Ссылка есть в описании. Всем привет, с вами Схемов, и это Far Cry. Это пятая часть прохождения этой замечательной игры. И в первую очередь нам нужно с вами вырубить вон того мужичка, который засел вон там с ракетницами, пуляет нас и хочет убить. Лишь бы она сейчас не попала в землю рядом со мной. Сейчас еще одна полетит, и мы ему отправим свой подарок. Вот, вот, вот так вот. Ну-ка, лови. Уху! Понравилась собака. И вот так же и мне было больно, когда ты меня убивал первые несколько раз, когда я пытался начать этот сюжетик, эту серию, и он меня несколько раз прикончил, засранец. Так, вон там парень бежит. Очень бежал, очень умер. Так, мне нужно убить всех парней, желательно с М-ки, и потом взять у них оружие, потому что в М-ке патронов нет, а здесь... Игра выстроила, то есть разработчики дали ребятам, которые здесь ходят, другое оружие, и патрон от этого оружия не подходит для нашей, для моей любимой М-ки в этой игре. И придется сейчас изменить тактику. Так, вон еще один парень. А, во! Почему-то пули не летят туда. Я тебя запомнил. Ты меня запомнил? Так, вот там граната. Не знаю, зачем я кинул гранату. И только себе хуже, по-моему, сделал. Так, ребят, о. Так, 9 патронов. И остался один мужичок. Давайте посмотрим. Или нет? Всех, что любил? Походу, всех. Но все-таки мне кажется, что не всех. Где-то вот здесь мужичище есть. Так, кинем эту. Кто? Кто сказал? Во-во-во. Так, все. Я все сделал, и у нас теперь есть... Нет, М-ка опять. М-ка в руках. М-ку мы, пожалуй, выкинем и возьмем вот оружие у них. Вот оно, оружие. Вот это какой-то УЗИ. Он бесшумный. Нас вроде не палит на карте. Но вот так вот тебе. Хорошо. Довольно-таки сложно все-таки играть в эту игру. Никак не могу свыкнуться к тому, что нельзя умирать, где попало. Нужно быть очень аккуратным, нужно пролазить. И вот играю сейчас параллельно в Doom. Там игра просто наслаждение. Игра, бегаешь, как тебе хочется. Сохраняешься в любом месте. Можешь сохраняться прямо во время битвы с какими-нибудь монстрами. Вообще без разницы. Вот, наконец-то, сохранение. Я снова ничего не боюсь. Можно разведывать территорию дальше. Так, ну, будем аккуратненько захватывать эту базу. Кстати, прошлую часть мы закончили на том, что мы встретили девчонку, которая благодаря которой мы оказались на этом острове. Она нас заманила, точнее, наш парень яхтовладелец в прошлом, офигенный какой-то морпех. И не объявляйте тревогу, пацаны. В прошлом морпех, и вот... Так. Стой. Что за хрень? Что здесь происходит? Ничего не происходит, все нормально. Не лезьте ко мне, у меня мало жизней. Мало жизней. Ну, пацаны. Сейчас я давайте разберусь с этими парнями, и потом завершу свою мысль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой большой пулемет сверху. Блин, как же теперь мне быть? Так. Здесь угрозы нейтрализовали. Сейчас нужно так, сделать так, чтобы они перестали нас видеть. Да, они перестали нас видеть. Пробегусь вот сюда. Так, вон там оружие есть. И там же, скорее всего, есть аптечки. Аптечки. Ой-о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 й
простреливают сквозь. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, очки ночного видения, вот мы их и искали. Я отметил точку на твоем GPS, так что не заблудишься. Будь внимательна, из-за сбежавших трайкеров они усилили патрулирование. Так, вот аптечка, все. Ой, мужик, ты че? Блин, кто-то... Это я, а это ты? Ух ты ж гад какой, а! Вы посмотрите.
Все жизни мне ушатали. Черт, это было. Так где они? Ой-ой-ой-ой-ой, пулемет большой. Страшный. Так, надо срочно брать машину и валить отсюда. Мама, я поехал. Все, 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 уезжаю. Дайте мне сохранение, пожалуйста. Пожалуйста, сохрани. Есть. Ой, кракены. Или трагины, 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 кракены. Вау, парни. Ой, ой, сзади кто-то меня преследует, да? Где там вы? Кого-то попал. А что, дальше нельзя ехать? Ой, можно. Можно, можно. Или нет? Нет, нельзя дальше ехать. Придется пешком. Взял бронежилетик небольшой у кого-то. И опять какая-то гнида в меня стреляет ракетницами. Придется спрятаться. Так, или, или вот так ликвидировать его. Ай, мужики, вы чё? Ну злые такие, а? Блин, куда я лезу? Как много... Как много необычных, необычных ситуаций в этой игре. Ну так, ну что ж, я тут всех зачистил. Да, я умер. Мне пришлось возродиться, загрузиться заново и всех перебил. И в этот момент я очередной раз пожалел о том, что не поставил легкую сложность игры. Потому что так было бы намного приятнее, наверное, проходить. Потому что убивают собаки, убивают за милую душу. Вот я даже не знаю, убил я его или нет. Нет, не убил. Они злые какие-то. Они стреляют отовсюду. Отовсюду. Охотятся. Не спрашивают, как зовут. Убивают и окружают. И носятся. И чем дальше играют, тем сложнее становится. Наконец-то сохранение игры. И мне не придется еще раз. Наверное, 4 раза я пробовал пройти это. Здесь был вон там снайпер. Вот здесь ракетчик. Они меня постоянно поливали огнем. Убивали. И мне не удавалось никак их... преодолеть. Мы возьмем снайперку. Тут вроде бы есть патроны для снайперской винтовки. Наконец-то мы раздобыли с вами. Так, ракеты есть у нас. Такая, такой ствол есть. Так, у нас вон туда бы нам еще сходить. Потому что там есть еще патроны для снайперской винтовки. Снайперская винтовка в этой игре, я выяснил, очень нужна. Очень-очень нужна, чтобы с расстояния убивать злых собак. Злых собак. Вот, у нас есть 10 патронов для снайперской винтовки. Довольно-таки много, довольно-таки хорошо. И мы продолжаем путь. Надеюсь, где-нибудь здесь будет еще одно сохранение в ближайшее время. Хотя можно вернуться назад и взять ту машину и проехаться. Но еще одно сохранение. Отлично. Так, куда мы идем? Куда мы идем? Чем дальше? Кстати, по сюжету. Да. Для тех, кто не знает, наш главный герой, как выясняется, владел яхтой. В прошлом он морпех или кто-то там, ну, супервоенный какой-то, которого завербовала девчонка, агент ЦРУ. Ну, вот, собственно, и о том, что я говорил, для чего мне нужна была снайперка. Так. Так. Ой, он не умер. Так, слева есть один. Так, так, ну давайте еще. Ладно, я перезаряжусь, пока вы там... Ой! Ничего себе, какой смелый! Его что, отвлекать, что ли, сюда отправили? Ладно. Хорошо, что у них сейчас снайпера там нету. Было бы мне не сладко довольно-таки. Ой! Или я попал? Не, я же говорю, не попал. Так, я его снес. И еще один вон парень стреляет. В руку, блин. Что ты делаешь там, мужик? Так, ладно. Его мы убьем, подойдя к нему вплотную. Так, нет, мне вот это. Вот это оружие мы будем использовать. Взяли еще какое-то оружие. Так. Куда-то он в дерево пытается стрелять. Вот здесь уже логика искусственного интеллекта срабатывает как надо. Он стреляет не пойми как. Так, до машины мы бы доехали максимум до сюда. Что у тебя за оружие? А у него, собственно, М-ка. Я хочу М-ку. Мне это оружие больше нравится, больше по душе. Вот, 265 патронов. Отлично, мы вернули себе М-ку. Опять у нас
бронежилет, и я думаю, сейчас будет очередное сохранение. И это очень хорошо. Я люблю сохраняться. Жалко, что нельзя сохраняться в этой игре, где попал, убил ненужного чувака, сохранился, убил еще одного ненужного чувака, сохранился. И так в классическом режиме дальше. Но, видите, игра не способствует этому. Я не знаю. Чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить головные клапаны. Так, надо найти какого-то техника, изучить его чертежи. Наверное, нагнуть всех. Ну, вот стою я в ночной смене и слышу, как что-то ломится через лес. Я наложил штаны по полной. Взял дверь на прицел и только повторял: ну все, теперь или я, или Трагины. И? Да это оказалась свинья хренова. Трагины. Обычная вонючая свинья. Уж отыгрался я на ней. Я плюс моя пушка равно мертвая свинья. Так что сегодня у нас в меню ребрышки. Ребрышки? Отлично. Кто-то в комментариях писал, видел, что он мне сказал Драгины, а не Трагины, схема в Драгины. Но вот ребята здесь говорят Трагины. Не знаю. Правильно это или неправильно. Так, кого-то надо слить для начала или атаковать. У нас вроде есть сохранение. Если что, я загружусь с этого места. Все эти разговоры, конечно, мои останутся от Трагина. Ты слышишь? Я слышу. Так, нужно всех сагрить и всех перебить, я думаю. Кто-то здесь спалил меня. Где-то он здесь идет. Он совсем рядом. Где ты? Где ты, дружище? Он смотрит в другую сторону. Он снизу? Или он сверху? Не понимаю. Не понимаю. Где-то он здесь. Вот смотрите, по карте я его вижу, а вот здесь я его почему-то не вижу. Но меня вообще сейчас никто не видит, по идее. Я могу прокрасться незаметным. Прократься. Так, кто-то заметил. Кто-то палит. Кто-то очень сильно палит. Так, нужно кого-то снять откуда-то. Ага. Угу, вот вы где бегаете. Я слышу чей-то шаги. Так, ну, парень. Я его снес. Хорошо. Аккуратно, у меня даже это затишье какое-то у самого. Так. Аккуратненько, очень-очень аккуратно будем с вами проходить эту миссию. Так, ну, будет палево проходить, не будет? Неохота мне рашить сейчас под... Мы его потеряли. Нет, кто-то меня... Да? Ага. Все, я его снес. Можно бинокль достать. Все, его там нету. Отлично. Кто где? Так, вроде все чисто. Во-во-во. Кого-то попал. Все, убил. Отлично. Кто-то здесь... Во, сползло тело сверху. Так, это какой-то миньон там бегает. Здесь выбежит? Или не выбежит? Бегает там что-то. Блин, что-то я тут закрысил, закимперил. Хочется рашить, но игра не позволяет рашить, как в старых, добрых, крутых шутерах. Как же, так же в том Doom. Даже Doom, там, конечно, аккуратность есть, но... Блин, летит вертолет. Большой злой вертолет. Нужно как-то будет его сейчас ликвидировать. Так, куда он будет подлетать? Вот так сделаю. Блин, увернулся. Но! Есть! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Хорошо. Хороший момент отснял. Я рад. Хорошее, качественное убийство, как я называю. Не какое-то бездарное, просто подкрался, убил, как всех обычных. Кто-то здесь есть. Так, убили этого. Хорошо, кто-то здесь есть. Вот прямо чувствую, кто-то есть, но не понимаю, где. Он, наверное, где-то внутри, или снизу, или сверху. Не могу понять. Так. Ой, снайпер, по-моему, палит фишку. Где-то... Чертежи. Ты нашел старшего техника?
Да, приложил его отдохнуть. Я как раз смотрю чертежи. Похоже, что главные клапаны находятся в секциях 4, 5 и 7. Отлично. Теперь направляйся в регулятор. Я отмечу места, куда ты должен проникнуть. Удачной охоты, Джек. Мама, там стрельба в меня идет. Ну давайте, заканчивайте уже. Так, спрячусь вот здесь. Так, меня сохранили или нет? Я не понимаю. По-моему, нет. Отметил на карте регуляторы какие-то. Пойдемте к регуляторам. Вот здесь проход будет. А, здесь вход. Отлично. 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 И вот она, очередная загрузка. Очередная. Очередной чекпоинт. Очередное сохранение. Просто, не знаю, сижу, потею, потому что... Ну, напрягаться приходится в этой игре. Не дает она расслабиться. Все-таки надо было легкий режим поставить, чтобы играть в эту игру на расслабоне. А здесь, ну, не позволяет. Игра какая-то приближенная к хардкору, к сложности. Я лампива. Вхожу внутрь. Не волнуйся, еще немного, и можно уносить отсюда ноги. Вэл, будь осторожна. Я не хочу, чтобы твое спасение входило у меня в привычку. Джек, отмечаю тебя на GPS первый клапан. Когда доберешься до него, я отмечу остальные. Ну что ж, наши ребята там на связи, с нами работают, и впереди у нас очень интересное событие. Я уже давно пытаюсь его пройти, это уже моя не первая попытка, и потому я знаю, что будет впереди. Я уже изучил это место прекрасно и знаю, как правильно пройти с максимум экшена его. Так что давайте ворвемся в толпу, никого не жалея, всех перестреляем вот так вот. Дальше вон там два парня будут, где вы там? Вот так вот, одного положили уже, сейчас еще одного положим. Он там сверху пытается, вон машина отъезжает. А, ничего, ничего страшного, ничего опасного здесь. Нет, здесь очень все опасно, я... Это уже сейчас, я знаю, что делать и как здесь справиться с заданием с этим. А, я буду здесь все планомерно, аккуратно проходить. Ну и неаккуратно, даже с Рашем я буду, так сказать, буду проходить. А, так. Так, как мне здесь лечь-то у меня? Вот лечь, и давайте угробим вот этого парня сначала. Собака. Не умер. Нет, ну ладно. Угробим тогда вот этого парня. Он будет мешать, у него есть здоровенная... Так, вот этого парня. Все, у нас закончились снайперские патроны. Крупнокалиберные. Так, вон того парня я убил, чтобы он из ракет меня не стрелял. Ну, а всех остальных парней здесь можно будет перестрелять без труда и так. Вот мы их сейчас всех отметим, чтобы они были на карте. Чтобы их было видно. Вот этого уработаем первым делом. Они меня пока не видят вроде бы. И не хотят в меня стрелять. Так, одного уработали. Все остальные миньоны в желтых куртках. Они падают замертво в легкую. Так, вот этот на станок бы не сел. Этот желтый гад. Все. Все, мы его сложили. Все хорошо. Тут еще один остался, я не знаю, где он. А, ты что ли? Ты такой живучий оказался здесь. Засранец. Можно было пройти, конечно, там. Можно было пройти, конечно, там. Я первый раз прошел там, потом ломился здесь. Потом там проходил. Но в итоге суть одна. Нужно проходить вот здесь. Так. Здесь нужно мне как-то выяснить клавиша ускорения. Здесь должна быть клавиша ускорения, какая-то настройки управления. Так, раскладка 2, действие. Так, бинокль, режим огня, следующее оружие, бросить, приблизить режим прицела. Так, раскладка 2. Расклад действия, ё-моё. Так, где эта клавиша ускорения? Сменить позицию, двигаться вправо, лежать, идти, лежать В. Во, лежать В. А, присесть, движение. Так, здесь... Вот, мы разгоняемся. Так, тормоза. Я не знаю, как здесь нужно разогнаться. Здесь нужно как-то... А, нет, здесь не нужно разгоняться. Я первый раз... Попытался прыгнуть вон оттуда, то есть на КамАЗе через этот, но все намного проще. Все намного проще, оказывается, сейчас я это заметил. Просто нужно на эту вышку залезть. И с этой вышки мы уже переберемся туда. И здесь уже, походу, получается у нас три варианта прохождения этой миссии. Можно пройти там всех перестрелять. Вот, смотрите, там тоже есть. И там, кстати, тоже такая штуковина есть. Вот, вот, видите? А вот по ней можно по этому тросу прыгнуть. И сейчас мы по вот этому тросу прыгнем вот туда. Оп!
И мы тут, мы тут, мы все, сейчас будет сохранение, я надеюсь, и все будет хорошо. В первый раз у меня это сделать не получилось, меня очень быстро убили, и я потом минут 20 пытался пройти. Это наконец-то сохранение, наконец-то. Так, я зашел, беспалевно всех убил. Так, мужик, кто такой? Кто такой, что хотел? Так, у тебя М-ка, надеюсь, да, у тебя вроде бы М-ка. Так, перестреляли еще в одном месте всех. И продолжаем нашу войну против этих нехороших людей, которые тут распространяют... О, опять сохранение. Вот так бы каждый раз сохранение. Так, разносители в клочья. Что-то вы плохо меня разносите в клочья. Кто меня попал? Никто вроде не попал. Ты? Такой умный. Ладно. Здесь. О, что-то карточку. Карточку надо взять. Это пропуск. Это пропуск в нужные места. Так, здесь, наверное, эту надо М-ку взять. Наверх давайте поднимемся. Вдруг там есть какие-нибудь важные для нас детали. О, кстати, там дверь есть. Блин. А мы туда сможем? Ай! Чуть ноги не переломал. Ну ладно. Мы туда не пойдем. Туда вряд ли можно пройти. Так, давайте здесь. Сохранение, надеюсь, сейчас будет какое-нибудь. А, вот как раз... Так, будь внимателен, не сварись. Вот. Ого, этот пар такой горячий, что можно свариться заживо. Так, нам здесь вряд ли можно будет пройти. Что здесь произошло? Ничего не произошло. А! Мужик, стой! Не дал перезарядиться, засранец. Так, еще один. Еще один. Так. Тут еще слева должен быть. Так, аккуратненько, аккуратненько. Так, вот еще карточку взяли какую-то нам в помощь. Ага, бронежилет, я его обязательно сейчас возьму. М-ку подберем. Лишь бы сейчас кто-нибудь мне жопу не надрал здесь. Здесь пройдем по этим лесам. Прыгнем вот сюда. Вот здесь патрошки соберем. Так, вот сюда. Так, взял бронежилет. Отлично. А, как собаку я тебя задолбил здесь. Хорошо, все хорошо получилось. У меня прям, не знаю, чуть ли не забомбило насчет прошлой миссии. Прям очень сложная она какая-то была. В результате оказывается все просто. Тут получается, если нормально точку освоить и нормально изучить, все получается довольно-таки просто и проходится довольно-таки просто. Вот аптечку, потому что мы сюда вряд ли уже когда вернемся. Все получается просто, качественно. Ты слышал? А ты? Так. Что-то здесь нажать надо, нет? Или не надо? Наверное, ничего не надо здесь нажимать. Идем дальше. Ух ты ж, ничего себе. Здесь, кстати, какие-то ребята. Так, здесь проходить нельзя. Так. Так, точку доступа. Хорошо, ты у первого клапана. Увеличивай давление до максимума. Отлично. Я отметил следующий. Так, максимум подняли. Он отметил следующее. Как-то нам туда пройти-то? Как-то здесь дверь должна быть где-то. Потому что я насколько помню, если я вот здесь пройду... О, вот, я об этом и говорю. Так, вот здесь я показал вам, как сварился. И дальше мы будем искать путь обхода. Я надеюсь, мы... О, да-да-да, мы его найдем очень быстро. Ё-моё. А чё, какие жесткие-то? Это чё... Чё у вас за костюмы? Я тоже такой хочу. Ничего себе, как они меня уделали. Собаки. И не сохранили даже. Не сохранили ведь даже, а? Так, они откуда пришли? Мне кажется, они пришли откуда-то оттуда. Или снизу. Там есть проход? Вроде нет никаких проходов. Так. Здесь по-прежнему парк какой-то. А, во, вот сюда наверх еще есть дорога. Так, отлично, бронежилетушка, новая карточка, аптечку мы пока не будем брать, сохранение игры, ура, я обожаю сохраняться, так, нам вот сюда, наверное, так, подожди-ка, не сюда, нифига, или вот сюда, и тоже не сюда, странно,
Здесь я был, вон там проходил. Здесь тоже был. Патроны взял. А здесь никуда. Куда же мне идти-то? Непонятная ситуация у меня вырисовывается. Вроде нарисовано, что нужно вон туда. О! Закрываем. Все нормально. Оказывается, все просто. А я нубил, да? Так, открываем этот. И еще вот здесь надо поднять. Оу. Окей, сделано. Поднял давление до максимума. Переходи к последнему. Так, у нас еще один остался. А, ну нам туда все равно. В любом случае надо было проходить, чтобы взять карточку, мужик, ты че? Взять карточку, чтобы открыть эту дверь. Все. Все сделано. Идем дальше. Сейчас должно быть где-то сохранение. Надеюсь, мне дадут сохранение. Очередное. А, так, проходим. А, сохранение игры. Люблю сохранение. Нет. Так, ну-ка, ворвемся сюда. Ой, как там опасно. Очень много людей. Опасных здесь, скорее всего, сейчас будет. Сейчас я до тебя доберусь. Так, кинул гранатку там ребятам. Взорвался. Один. Вон. Воу-воу. Парни. Парни какие жесткие там. Так, убил еще одного. Довольно-таки тяжелое место. Я один раз здесь отъехал уже. Блин. Что ж ты не мрешь-то? Собак еще один. Умер. Вон того надо. Срочно перестрелять. Застрелить. Ну где ты? Ну выходи уже. Ты смотри, какой упырь-то. Ты посмотри, какой упырь. Сдохни. Ты смотри, а. Вот в другой игре я бы его давно убил. Потому что здесь вот прицеливание, то есть традиционное, старое, классическое. А мне привычнее больше, где нужно целиться, нормально и попадать. Вот в других играх я бы его уже давно, в современном Battlefield давно бы положил. Но здесь приходится вот так вот играть. Ну что ж, ничего страшного. Будем проходить так. Так, парни. Аккуратнее, убьете ведь. Так, еще одного сложил. О, всех вроде сложил. Аж дыхание у меня, это самое, дыхание застывает у меня где-то в горле. Так, нужно выбраться отсюда. Всех перестрелять и выбраться. Где у нас выход? Выход где-то должен быть здесь. У нас 300 патронов на эмке, это хорошо. Так, нам нужно какой-то обратный поток включить. Он так все объяснил странно, и наш с вами главный герой все понял. Как будто он всю жизнь в этом разбирался. Так, здесь нужна карточка, наверное. А, во. Отличная работа, Джек. Основное питание отключено. Я направляюсь в архив. Буду выходить через вентиляционные шахты. Думаю, я легко смогу найти тебя. Будь в шахте и не высовывайся, и жди меня. Наконец-то предложили что-то стоящее. Я просто профи в умении сидеть и ждать. А я просто профи в умении сидеть и ждать. Давайте дойдем до следующего сохранения. Так, этого мы убили, не убили. Ты смотри, какой живучий паразит. Так. Гранатуем. Так, отлично. Нам нужно сохранение. Срочно. Срочное сохранение. Вон там ублюдков, смотрите, сколько прилетело. Ой-ой-ой. Так, еще одного нокаутировали, а там парней мы хорошо убили. Так. Ой, застряла. А, она взорвалась от гранаты. Ничего себе. Вот этого я не ожидал. Вот это интересно. Так, мне нужно сохранение. Как бы то ни было, мне нужно сохранение. Так, давайте ворвемся еще. Да? Слышу, а ты? Так, много патронов стало для этих ребят требоваться, чтобы их убить. Видимо, какие-то сильно вооруженные парни против меня сейчас выступают. Тяжело вооруженные, тяжело обмундированные. Так, меня точка вон туда зовет. Куда-то. А, вентиляционная труба. Так. Я выхожу, Дойл. Встретимся снаружи. Выхожу, Дойл. Встретимся снаружи.
И чё? Что-то вентиляционная труба не хочет. А, все, понятно, вот так вот. Все. Встретимся снаружи, сейчас будет сохранение. Ну, вроде бы на этом пора заканчивать, и, пожалуй, закончим на этом какую уже пятую часть прохождения Far Cry. Она получилась, по-моему, очень длинной, очень увлекательной. Было много перестрелок, много различных передряг. И увидимся с вами обязательно в шестой части, и будем, пожалуй, проходить эту игру полностью, пока мы не нагнем здесь всех и вся. Спасибо за просмотр, ребята. Всем душевного фана и всем безумного эпика. Всем пока!